Гостиничный комплекс «Изумруд» появился в Круглом несколько лет назад и сразу был признан белорусским Версалем, благодаря бьющим на площади фонтанам и изящной архитектуре. «Изумруд», построенный крупнейшим предприятием района, Круглянской ПМК номер 266, для отдыха и лечения зарубежных и белорусских туристов, это современный туристический комплекс, который смело составляет конкуренцию зарубежным спа-курортам. В торгово-гостиничном комплексе «Изумруд» предусмотрено все для самых взыскательных гостей. 12 номеров, каждый из которых не похож на другой и неповторим по планировке и дизайну. Провести незабываемый вечер можно в ресторане на 80 мест, либо в одном из уютных баров. Боулинг, бильярд и дискоклуб ждут всех желающих активно отдохнуть и хорошо развлечься. Изюминкой торгово-гостиничного комплекса «Изумруд» можно смело считать саун с бассейном и комнатой отдыха. Радует отдыхающих и центр здоровья. Постоянные клиенты центра уже успели на себе почувствовать эффект косметологических процедур с использованием израильских препаратов для молодости и красоты. Езжу сюда уже 2 года. Процедуры очень эффективные, качественные. У меня даже есть с чем сравнивать, то я считаю, что здесь очень профессионально. Центр здоровья – это различные виды массажа, солярий, спа-капсула, соляная пещера и множество других приятных для души и тела процедур. А собственный стоматологический центр предлагает практически все виды современных услуг по новейшим технологиям. Стоматологическое отделение ПМК 266 занимается эстетическим протезированием зубов пациентов. Мы оказываем все виды ортопедической и стоматологической помощи от самого элементарного и доступного для каждого пациента, так до самых элитного протезирования. Женщины от нас уходят фотомоделями с красивыми зубами и радуются жизни. Материалы последнего поколения, высокое качество и доступные цены делают стоматологический центр очень востребованным у туристов. Поэтому позаботиться о предварительной записи на прием к стоматологу следует заранее. К слову, даже если вы себе выбрали отдых в экотур-комплексе «Николаевские пруды» в 7 километрах от Круглого, стоматологический центр вас доставит трансфер. «Николаевские пруды» – это туристический комплекс, расположенный на берегу озера, что обеспечивает отдыхающих и отличной рыбалкой. К услугам отдыхающих – русская баня и уютные беседки для барбекю и шашлыка, оборудованный пляж, волейбольная площадка и летняя танцплощадка. Любители активного отдыха могут пострелять в тире из пневматического оружия, лука и арбалета. Можно взять на прокат катамаран или лодку, велосипед или карт. На Николаевских прудах построены современные квадро и лыжи-роллерные трассы. Николаевские пруды очень живописны. Территорию украшают вековые дубы, липовая аллея и дом-музей художника Неврева. Большинство продуктов, поступающих в ресторан, рассчитанный на 140 человек, экологически чистые, со своего подсобного хозяйства и пчелопасеки. Гости экотур-комплекса «Николаевские пруды» размещаются в 2 уютных гостиничных корпусах с 2- и 3-местными номерами или в отдельных 2- и 14-местных коттеджах. Всего «Николаевские пруды» могут вместить более 190 отдыхающих, что делает тур-комплекс прекрасным местом для проведения свадеб и других торжеств. Экотур-комплекс «Николаевские пруды» и торгово-гостиничный комплекс «Изумруд» мгновенно покорят ваше сердце и заставят забыть о проблемах и заботах. Стоит провести здесь несколько дней, и вы ощутите прилив сил и энергии. Отдых в Круглом – это европейский уровень и доступные цены. Добро пожаловать!